Друзья, всем привет! Сегодня 18 августа 2020 года. Находимся у Ленинского районного суда города Перми. В этом суде сегодня огласили приговор по делу о кукле Пыня. Один фигурант дела приговорен к реальному сроку в 2 года. Второй фигурант дела приговорен к 1 году условно. И третий фигурант дела был оправдан. Вот сейчас народ собрался, ждет, когда фигуранта дела, который приговорен к реальному сроку, выведут. Вот напротив здесь одиночный пикет Андрей проводит. Андрей активный человек, он хорошо подготовился. Салам алейкум. Очки взял с собой. Ну, на случай, чтобы эти не разбить. Понятно. Ну, вдруг там упаду или еще что-нибудь там. Задену лестницу. Да. Очень много. Такое часто бывает, случается. Да. Очень много у нас полицаев. Это полицаи в форме. Полицаи без формы. Космонавты. Вот. Полицаи без формы стоят. Космонавты. Вот такая вот ситуация у нас здесь, в городе Перми. Власть устроила судилище. Судилище политическое для того, чтобы запугать активных людей. Чтобы как можно меньше людей выходило на улицу, высказывали свое мнение о существующей ситуации в стране, об отношении к руководству страны в лице Пыни ВВ. Вот такая у нас ситуация. Друзья, поддерживайте канал, ставьте лайки, репосты делайте. Не дадим пройти беззаконию. Всем пока!